Коронавирусная инфекция внесла корректировки и в работе таксистов. Отныне при перевозке пассажиров водители обязаны иметь при себе средства дезинфекции. Насколько выполняется это поручение, проверили инспекторы ГИБДД и сотрудники администрации. Дезинфицирующих средств нет, к сожалению. Почему их нет? Я не смог их сложно приобрести. Кроме водительского удостоверения, инспекторы ГИБДД спрашивают и о наличии средств защиты от коронавирусной инфекции. Как показал рейд, распоряжение губернатора выполняют не все. Все материалы сегодняшнего рейда уйдут в штаб Министерства транспорта Московской области, где будет принято решение об отзыве свидетельства у данных таксомоторных компаний. Только у двух из пяти водителей оказались перчатки, маска и влажные салфетки. Антон Винокуров после каждой поездки проводит дезинфекцию салона автомобиля. Все-таки безопасность, мало ли. Береженого Бог бережет, как говорится. Такие рейды будут проходить на территории Люберец постоянно до особого распоряжения правительства Московской области. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.